Чистая вода – их работа. Сотрудники самарских коммунальных систем ежегодно в День работника ЖКХ награждают лучших представителей профессии. С 2014 года лучших выбирают каждый месяц, а в марте подводят итоги, торжественно вскрывая конверт с именем сотрудника года. В 2016-м им стал работник очистных канализационных сооружений Ярослав Бубнов. Я уверен, что на нашем предприятии масса людей, которые как минимум не меньше меня достойны этого звания, но тем не менее, мне очень приятно, что выбор пал на меня. Спасибо большое комиссии. Спасибо всем. Спасибо. Коллектив из 3000 человек тяжелым трудом обеспечивает бесперебойную подачу воды в дома самарцев. Компания обслуживает больше 1500 километров сетей водоснабжения и 1200 километров водоотведения. Большую роль в этом вопросе играют кадры. Я люблю свою компанию, и я не жалею о том, что я сюда пришла. Я отдала уже 15 лет своей жизни. Ну, это стабильная организация, это коллектив. Это опыт, который я здесь получаю. Это та организация, которая дает мне возможность развиваться каждый день. Отдел под руководством Надежды Самариной за короткий срок оформил 14 тысяч заявлений на оформление судебных приказов на общую сумму 166 миллионов рублей. Каждый взысканный рубль пойдет на поддержание и модернизацию оборудования, чтобы в домах самарцев всегда была чистая вода. Нам предстоит сделать очень много вот силами тех людей, которые здесь, которые на дежурстве. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами работали, ну, что ли, искренне. Вот, и желание работать, чтобы никогда не пропадало. Потому что, наверное, очень скучно. Просто приходить и работать скучно. Добиваться результатов уже вот, гораздо интереснее. И появляется стимул для того, чтобы работа всегда приносила не только удовольствие, но и какой-то конечный результат, который всегда радует. Компания СКС есть чем гордиться. В 2016 году работа самарских коммунальных систем стала примером по энергосбережению и энергетической эффективности. С 2013 по 2016 годы в водопроводно-канализационное хозяйство города инвестирован 1 миллиард 800 миллионов рублей. Компания занимается строительством очистных сооружений и ведет большую социальную работу. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.